Ленина. Так. Та це пошти до Зінькова зараз. Это что, где мы находимся? Что я хоть снимаю? Мали будущее. Поле. Сейчас будет граница Сумская и Полтавская область. Вот это она так обозначается. Так это может просто пересеченная полоса. А Сумская область тут просто в них нема. Как бы, это Полтава, на Полтавской области. Нефть, главное есть. Все есть, а ума нету. Вот это мост раздубасить, ебать. Границу перекопало, чтобы не ходили. Ты же приезжаешь, смотрю каждый день, ну не каждый там раз в неделю посмотрим на этот мост. Блядь, они там нихуя вообще не делают. Когда они делают, утром еду, их нету, вечером уже нету, блядь. Только вот там вроде бы разобрали плиту, сняли. Я уже назад дым ехать, я заскучил. И туша упала, и рядом с ней. Ну то есть, получается, будут менять две плиты, я так понимаю. Ну да, потому что опора пришла. Да. Мама дорогая, слышишь? А знаешь, как стояло? Значит, нижняя опора, которая в земле, одна, потом на ней вот так блок. Есть стоит, есть вообще вот так блоки стояли. То есть с расчета было так понятно того, что оно в землю упиралось, и оно не съедет. А оно, блядь, со временем снег, дождь, морозы, все остальное раздувает. Да, просто оно, блядь, ну да, да. Они там сказали, что, блядь, виноват этот, как его.